30 марта в Казанском федеральном университете прошла открытая лекция Руслана Фатыхова, директора казанского филиала БКС «Премьер». Тема лекции была посвящена карьере в финансовой отрасли, на которой специалист приготовил для студентов КФУ практические советы. Директор обозначил необходимость определения личной мотивации для развития успешной карьеры в финансовом секторе экономики. Обсудил со студентами возможные варианты трудоустройства, ответил на самые волнующие вопросы и отметил, что ожидает в самом ближайшем будущем от Института управления экономики и финансов КФУ только самых грамотных специалистов. Если такой кандидат среди студентов найдется, фанат, тот, кому близок этот рынок, тот человек, который сможет донести простым, понятным языком до своего потенциального клиента полноту информации и возможности заработать на фондовом финансовом рынке, для него открыта наша дверь всегда.